что у нас сегодня будет роллинг под акцию «Сокровище Бога Грома». Вот такая вот у нас акция. На основе я свою уже тоже поролил. Скажу, что шанс очень печальный. И реально, если вы хотите отсюда достать огнекрыло, можете просто даже не надеяться. Тут шанс, не знаю, наверное, там 0,001%. Так, ну такой вот у нас аккаунтик. 206 тысяч силы. Доната. Доната по-любому. Миллион доната. Уже четвертую часть мы сейчас будем сливать. В принципе, неплохо. Смотрим алтарь героев. Молодой аккаунт. Вообще молодой. Где-то такой же, как моя китайка. Я промолчу. Это аут. Так, ну тут ладно, терпимо. Блять. Просто минута молчания. Это жесть. Ну, ладно, еще куда ни жло. О, вот это да, это плюс. Плюс. Хорош. На архидемона пойдет. Хорош. Отлично. Но начало, конечно, жесткое было. О, кайф. Вот это кайф тоже. Ну, скинов хватает, как видите, молодой аккаунт. А... до хрена всего есть. Ну, это просто огонь. Огонь, а не аккаунт. Так, заходишь, смотришь, бля, кайф. Сюда лучше не заходить. Так, смотрим дальше. Скины у него тоже есть. Камни, вот 132 красных камня. Нехило так накопил тоже. Так, руны, коробочки. Ну, по героям тут, конечно, хорошо все. Проблем с героями нет. 4 Анубиса. 3 Фрея. Фух. Надо отойти. Ладно, давайте откроем ему коробку. Сейчас, секунду. Попробуем архидемона. Давайте откроем коробку, поставим. Может, что-то нормальное будет. Так, понятно все. Надо ему правильно таланты повыставлять, а то это печально будет все. Лям доната, а с талантами отлично, ожог. Я что-то не увидел, а Ронин есть? Ладненько, побежали, короче. Не могу на это смотреть. Так. Поехали. Поехали трешивать. Ну, я надеюсь, мы тут достанем огневика. Огнекрыло. Не огневика, а огнекрыло. У себя я не смог. За 500. 500к он не упал.
999. Эх, поехали. И что-то мне это напоминает. Вот поменяли у нас эту акцию. И реально шансы такие сделали, что тут просто мы сейчас наролим кучу карт. Кучу карт на все. Но я надеюсь, мы все-таки достанем что-то хорошее. Сейчас будем в ускоренном режиме, потому что мы будем так целый час бегать. Не падает. Ничего не падает хорошего. Вот смотрите, первая, вторая, максимум третья строчка идет. Одни карты, расходники. Ну хоть паролем ему нормально сейчас карты. Это жесть. Опа. 15 зеленых камней. Самое то, что не надо. О, третья карта упала. Ну, конечно, ему эта третья карта особо-то роли не принесет. На его аккаунте у него все герои есть. Но интересно будет. Да. Если вы хотите впустую слить 200к, заходите вот сюда. Ну, может повезет, сейчас посмотрим. Интересно очень. Еще третья карта. Да ладно. Еще 15 камней. По-моему, третья. Да, еще одна третья карта. Даже больше упала, чем мне. Уже. Офигеть. По-любому у меня подкручено. Ух, бля, это жесть. Это просто жесть. Как можно делать такие акции, а потом, бля, делать такой шанс? Вот смотрите, первое, второе, первое, второе. И каждый клик 200 самых. О, что-то было. Бля, сейчас посмотрим. По-моему, пятый сет проскочил. Да, пятый сет. Пятый сет исцеления. Блин, а тут больше удачи, чем у меня. Поехали, половина. Да, это жесть, конечно. Просто жестко.
Сейчас, конечно, мы карт нахерачим. Ну, блин. Это жесть. Вот сундучок второй, это хорошо. Мне так он не упал. Получше падает, чем мне на основе. Интересно, сколько всего карт останется. Бля, ну просто нереально, такие шансы сделали на этого героя. Его проще подождать месяц и собрать осколками с акцией, чем вот это вот тратить либо тут. Возможно, некроса достанем. Ну это просто жесть. Unreal, короче. Такой шанс сделали, что просто жопа. Так, камешек, это отлично. На шестые руны, который он не скоро соберет. Пособие, как просрать 200к. Ну, сундук. Два сундука получили. Бля, просто жесть. Просто. Хотя, чё удивляться. Можно, типа, в кредит набрать, что ли? Так, отлично. Добиваем. Все. Ух ты ж, бля. Ладно, идем ловить некроса. Потом будем плюшки открывать. Сто три попытки. Выбиваем недостающих героев. Так, ну тут варлок упал на 12 попытки. Если упадет опять на 12, значит тут просто все забинено. И опять получается надо 200 попыток на некроса. 400 тысяч само. Без донату. Варлок. 12-я попытка. Том, о чем... А, не 12-я, тут было больше чуть-чуть. Не, ну варлок все равно первым упал. Странно очень. Ой, блин. Вот любят они развести народ на этих акциях. Жестко причем.
Да, идея с кредитами интересная. Ну, хоть таланты сейчас, я надеюсь, попадают нормальные. Исправим немножко картинку на аккаунте. Но вытащить Огнекрыла с акции, я не знаю, там, наверное, надо пару лямов слить. Если он падает точно так же, как и этот, как Некрос в первые дни, то мы Некроса первого в молотках, по-моему, за лям чем-то вытащили, или за лям 200, только один упал. То же самое с Огнекрылом. Смысла такой траты не вижу, если тем более его можно собрать бездонатным способом. Либо сумочек, либо с лабиринта. Да, это, конечно, жесть. Полнейшая жесть. Так, ну все, сейчас должны где-то герои падать после. Вот, как я и говорил, после Афинка. Вот начался золотой ключ. Блин, конечно, обидно. Хотя что, я говорил сразу, но это нереально просто отсюда вытащить. О! Жизнь, боль. У многих сердца будут обливаться. Как просрать 2000 самых. Сука. Говорю, 2000, 200 тысяч. Так надо будет и назвать. Так. Ну чё, Фрай даст или нет? Варлок опять. Ну вот то, что изменили, вот я думаю, в худшую сторону, то, что сделали повторный дроп героев, и причем не самых топовых, а самых унылых, которые нафиг не нужны. Раньше было только один герой достать можно было, и ты все время щелкаешь в ожидании одного. Вот стрелок. Отлично. На сотой попытке, думаю, упадет Фрея. Да, еще один варлок. Не знаю, не люблю я такие акции на трату. Они себя вообще не оправдывают. Единственная акция на трату — это пират. Ну, аккаунт запакован хорошо. Не хватает только Огнекрыла. Блять. Вот так вот, блять. Достали Некроса. Получается за 200, там практически за 200 тысяч самов. У меня получилось за 400. Ну хоть что-то, блядь, приятное. Я надеюсь. Жесть, конечно. Но за 200-очку на кросик это однозначно плюс. В принципе, он у него один. Сейчас посмотрим. Его по-любому надо будет дальше прокачивать. Да, Некрос за 200-ку. Это достойно, я считаю. Фрея. Еще и Фрею вытащили. Отлично, просто вложились. Просто еще Афину вытащили. Началось, началось. Типа давай дальше. Ну все, после Некроса там уже больше Некрос не упадет. Ну, Некроса достали, это я считаю более чем достаточно затрату.
Но в идеале, если вы хотите на 100% достать, как показала сегодняшняя практика, ну, 400к. Блин, ну неплохо, неплохо. Фрейя один из топовых героев. В Некрос донатный стрелок, две финки, 4. Забыл, как их. А, Варлок. Это жесть. Так, хорошо. Поехали, смотрим наши плюшки, которые мы получили. Что у нас получилось? 2000 кулаков. Ну, такое говнище. Раньше тут можно было нормально затариться. Сейчас реально жесть. 400 пропусков. 230. Супер. 237. Видите, нету агментации. Не на кого тратить. Камешек достали. 10 коробок есть. Ну, самое главное то, что мы достали еще одного некроса. Будет возможность 2 укачать. 2 карты и 2 сундука. Ну что, поехали использовать. Ну что отсюда надо? Отсюда ничего не надо. Ну, в принципе, надо. Заклинательница, говнище и Бигфут. Они все, по-моему, есть. Бигфут есть. Ну, не знаю, неплохо. Даже Фрэнки. Ну, хорошо запакованный аккаунт. Тут даже спорить не буду. Так, ну тут Некрос. Где он? Вот, тут он единственный. Уже есть второй. В принципе, это уже хорошо. Так, что там у нас еще дальше? Открываем топовые сундучки. Исцеление пятое. Забрать однозначно. Ну, поехали. По одному. Так. Ну, такое себе. Еще третья карта. Тоже так себе. Тут карты, конечно, не особо нужны. Опять заклинательница. Жесть какая-то. Так, ладно, открываем. Некроса. Вот так вот. Блять, жесть. Просто жесть. Королев накаркал. Ну что, поехали. 357 карт. О, бля, отлично просто. Просто отлично. Ну, шапку ему еще качать. Так, тут уже в потолок вкачанный. Фрейя не нужна. Афина. Дрейк. Вариант Дрейк, малышник. Или, в принципе, даже сделаем вот так. Одержимый для подземок. Минотавр у него готов. Одержимый ему тоже нужен будет. Остальным не вижу смысла. Поехали на стрелка. Не идет на стрелке. Гнев на допа сразу влепим. Беспонтовый талант. Так, делаем так.
Железная воля четвертая. Блин, четвертая каменка не то. Сука, ну где топовые таланты? Так, увеличение. Так, что там у нас с Минотавром? Четверки даже смысла ставить нету, все равно поменяет еще одно увеличение. Купидон. Так, это основной купидон. Купидон и тыква, да? О, седьмая жива, блядь. Сука, лучше не заходить. Лучше в некоторых героев даже просто не заходить. Так, корка нету смысла ставить. Бля, это сколько может быть этих четверок уже, ну? О, ремка, блядь, наконец-то. Отлично. Блять, сука. Вот падает талант, который, блять, ну никак уже прокачанный есть. Блядство. Чё хочешь, делай, блядь. Ладно. Где наш Бигфут? Поставим сюда. Вариантов просто на исцеление. Блять, и сразу просвет пятый упал. Сука. Что за наёбка? Жесть, короче. О, блядь, замедление. Это хорошо. Так, друид. Первый. Тут ему качать, ему пока купидон. Бля, это жесть, короче. Так, замедление. Поехали дальше. Блять. Так. Тут пятерка у нас стоит, Анубис. Варлок, стрелок. Хоть книг нормально получит, если будет докачивать героев. Так. О, баст. Заебись. Это, конечно, все круто, кому его только влепить, блядь. Так, ну, ведьма. Ринус бастом. Тут ожог уже стоит. Блять, Бигфут.
себе лучше бигу поставить. Нахрен ему эта жива не нужна. Ой, блядь. Это просто жесть. Блядь, четверка. Не то. Так, смертельный. Блядь. Сука, ну чё это такое, блядь? Ну это вообще ж пиздец полный. Полный пиздец. Блядь, я в шоке. Блядь, ну чё четверки? Давайте пятерки. Блядь, ну чё такое? Стойкость. Так, не понял. То ли я втыкаю. А, есть. Ставим пока сюда. Фух, это, блядь, это боль. Блядь, ну чё четверка падает, ну? Мега имбовый талант. О! Аж жёг еще один. Отлично. Римки нету. Обидно. Обидно, обидно, очень обидно.
Блять, ну сколько ж сегодня бога войны уже было-то, а? Подстава какая-то. Бля, жесть. Короче, вот так вот, ребят. Все, дальше зайду, еще поразвлекаюсь, думаю, в дальнейшем с этим аккаунтом. Потому что аккаунт надо реально очень править. Очень много лишнего прокачано. И то, что надо, куча доната. А поменять многое надо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну его нахер. Всем пока.